Всем привет, меня зовут Ксюша, вы на моем канале. Добро пожаловать. У меня начинается мукбанг. Котлета, говядина, баранина и салат из овощей. Капуста пекинская, морковь, немного приправленная лимоном и подсолнечным маслом. Давайте со мной присоединяйтесь. Берите чаёк, кофеёк или что-нибудь вкусненькое. Давайте поболтаем. Котлета. Здесь ничего нет, кроме мяса. Яйцо для формы. Ну, а салат? Что о нем говорить? Моя кольцевая лампа сегодня дала сбой. У нее и так там проводок мотался. А я еще потянула, и он оторвался. Поэтому я без света. Ну, муж не обещал, вроде как. Сделать. Все хлипко. Она мне недорогая. Поэтому к ней нет особых претензий. Как у вас настроение? Как дела? Сегодня узнала в такой момент, что если ты сдаешь тест, не я сдавала, на вопрос. Можно ли оправдать эвтаназию, если человек отвечает «да», то есть он не проходит. И на вопрос, если человек отвечает на вопрос, что можно ли потерять смысл жизни, то тоже он его не проходит. Из совокупности несколько таких ответов. А я считаю, что это шаблоны. И что не может быть. По таким критериям нельзя определить, способен ли человек к суициду или нет. Смысл потерять жизнь нельзя, ведь жизнь сама смысл. Вот так. Кто это определил? Непонятно. По поводу эвтаназии. Забыл, в какой стране. Она разрешена законом. Так что тут бабка на двое сказала. Ну. Мы должны быть гуманными, смотреть на человека, которому оставить считанные дни, он просит там что-то, терпит боли, но нет. Якобы не суд последней инстанции, я вообще на этот счет даже думать не хочу. Кто-то безболезненно уходит, кто-то в сильных муках. Вот так.
Я за последние дни слопал столько овощей. Упс. Извиняюсь. Кстати, я видела, кушают пластиковыми вилками. Я что-то не очень так люблю, я вроде не особо шумно. Сегодня день у меня такой. Филону. Ну как? Приготовила там. Пирожок испекла. Кстати, вспомнила, да. Сейчас вернусь. Вспомнила про шарлотку, которая у меня в духовке. Такой запах. Прямо яблоко не пахнет. Они же прям блестят. Последние яблоки. Домашние. В этом году мам без яблок. Было пару ведер. Я сюда приехала, когда по в город. Сразу начала все печь. Очень интенсивно я их кушала в этом сезоне. Почему-то мне хотелось яблок. Обычно у меня такого нет. А тут я прямо разошлась. Впервые купил такой фарш. Говядина, баранина. Не пахнет совсем бараниной. Нужно было мне положить лук, но я как бы для себя готовила. Нужно было мне положить лук вовнутрь, хоть ну, такой сочности придать. Но забыла. Так как я себе делала всего лишь две котлеты, пережила. Мне сейчас в любом случае все вкусно. Я не кушаю хлеб, не кушаю сахар. Ну, то есть все, что хлебобулочное, кроме бездрожжевого хлеба там на завтрак, мне нужно. Пропитаться так определенно какое-то количество времени. Пока. Даже чувствовать через неделю такого питания. Даже чувствуешь себя по-другому. Вот прям ощущаешь и запахи. И не такая зажравшаяся. Вот. Да все.
вкусно. Хотя у меня просто желудочно-кишечный тракт требует периодического. Какого? Поэтому я даже аромат яблока ощущаю. Запахи вернулись, слава богу. Прям чудесно. А то мы раньше вообще с мужем ничего не чувствовали. Нам нужен нюхач. А то вдруг у нас протухло что-нибудь в холодильнике. Или мусор какой-нибудь маленький. А мы не чувствуем. Печаль какая. Всем спасибо, что были со мной. Какое у меня длинное видео. Всех обнимаю. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайк. Пока-пока.